Yeah. Офис продаж Одинцова 1. Ой, блядь, держись, мотоциклист, ебаный в рот, сука, ебать. Видели, блядь, чуваки, вот это ДТП, блядь. Вот это ДТП, блядь. Вот это поворот. Ты что говоришь? Бабушки, да. Сука, уёбок, блядь. Ты что, дурак? Вылазь, ты что, дурак, блядь? Я тебя сейчас разъебу, пидор. Ты что, дурак, блядь? Бензон, что ты делал? Вылазь. Ты что, дурак? Скучник, вылазь, пидор. Халяву начинает требовать. Да, требовать, и оскорбляться еще. Да, это вот так не надо. Слушай, тут нам Александр Евгений Кузнецов говорит: здравствуйте, сегодня 40. Слушаю вас с момента появления Comedy Radio. Можешь ли попросить Марину Леонидовну меня поздравить? Я из Латвии. Look at that. Thank you.
факту, который нам был предоставлен, были известны которые мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, если... Машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария. Твою мать, блядь. Ебать его вот. Вот это да, нахуй, да? Это. Дебил, блин! 14-я гренадерская дивизия СС Галичина и так далее, и так далее. Все люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донат действительно пропадает. Они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из... Рика! Ты жива? Да. Слава Богу. Сука! У нас чисто? У нас чисто. Это пиздец.
Хорошо, а ваше мнение совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически речь идет о том, что в нашей стране нефть – это особый товар. From executive producers Ellen DeGeneres and Steve Harvey, Little Big Shot, Night at 8 on City. Баса, урод. Двойная выгода. Оба-на! Чё натворила? Ты на тормоз нажми. Во-во-во, смотри. И шаг ебаный, еще и тому, блядь, реально.